прибыли ко мне в гараж на подрезку, на облегчение. Колеса, шины называются Нартек ТС-07, простонародье, белки. Диски здесь установлены. Toyota Scars болтовка 139,7, CO 110. Устанавливаться будет на УАЗ 469 или Hunter. Подготавливаемся к нарезке. Сейчас нужно немножко привыкнуть будет к пистолету, выставить правильную размер, сколько будем подрезать. У Нартеков вроде 1,5 миллиметра, насколько я помню. У белшины потоньше. Мерить буду вот таким приспособлением, штангель-циркулем обычным. Марка наших лезвий тип-топ. Моделька 6-я. Формы такое вот, такое расположение лезвия. Резать буду вот таким ругровым, самым распространенным. Ими все пользуются практически, все шиномонтажники. Ну, что получится, дальше покажу. Прошу прощения, немножко ошибся по поводу размера. Размер у нас тут на них максимальный 0,6. Резать буду я ее вот так, таким образом, солнышком. И доходить вот до сюда. Это тоже место буду убирать, облегчать. Так получается у нас нарезка. Не совсем, конечно, ровно, но ровно и не получится. Достаточно большое усилие приходится прилагать на эту резку. Уже смазываю ВД-шкой, чтобы лезвие больше скользило по резине. Ну, как-то вот так получился русский триподор из Нартека, сделали триподоры. Вот так вот красивенько это все получилось. Кстати, снимаю здесь 6 миллиметров, до корта еще не доходит, пока ни одного зарезанного места. Как я ранее резал белшину, у ней намного тоньше корт. И там я их задевал в некоторых местах. Тут вообще все четко. Как-то вот так. Второй этап. Подрезание уже протектора самого. Углубление еще больше сняли, получается, у этого колеса. Ну вот, пока так. Следующий этап — это уже нарезание протектора вот таким образом, как у квадроцикла, будет внутри прорези. Немного сниму процесса, хоть чтобы было понятно, как я это делаю. Тут смазываю силиконовой смазкой, чтобы легче проходило лезвие. И потом надавливаю между отрезанным протектором и веду практически до конца корта кольца вот этого, где заканчивается колесо. Остается вот такая вот ляпка. Приходится немного вымерять, чтобы более ровнее получалось, как у триподора. Вот так. И раз. Такая какаха. Ну, как-то вот так идет потихоньку. Рука устает вообще сильно. Уже следующий этап — это подрезание самого протектора на 7-8 миллиметров примерно. Вот так вот это будет выглядеть. Будем подрезать, получается, вот эти беговые дорожки. Вот это сейчас тоже подрежу. Вот здесь я. Ну, практически везде. Здесь, я думаю, с поворотиком выполнить аккуратно.
второй процесс завершился. В середине решили не делать прорези, так как машина будет 40% ездить по асфальту. Вот эти пятаки, когда накачаешь где-то полторушку, она на этих пятаках будет ехать, а эти уже стираться не будут. Так что вот такой законченный вид одного колеса. Сейчас полностью сниму, как она выглядит, как триподор. А сверху как будто колесо квадроцикла. Вот так красиво все это смотрится. Это уже законченный вид колес. Белшина 36 размере. R16. 12,5 ширина. Сделали мы из новых еще более проходимые и мягкие шины. За счет Рогровера порезали боковой корд 6 мм и 8 мм сверху. Середину решили оставить, так как машина будет 40% по асфальту ездить, 60% по бездорожью. За счет большого давления в шинах, где-то полторушку, если будет качать, то на этих пятаках он, по идее, должен по асфальту ездить. А крайние боковые пятаки стираться не будут. Работу оцените. Вот так вот это сейчас все выглядит, как триподор. Красиво. Многие, наверное, сейчас спросят, зачем вы испортили новую резину. Объясню, для чего мы это делали. Вообще, вот эта резина, она дубовая, в мороз очень сильно дубеет и практически вообще не плющится, не проминается. Мы ее подрезали, она стала сейчас более практичная, более мягкая по бездорожью. И за счет вот таких вот подрезанных протекторов она на твердом грунте, типа асфальта или щебенка, или уже обледенелая дорога с камнями, то она будет цепляться более устойчивее, лучше, вот за счет вот этих протекторов. Ну, как-то так. Порезанная резина, сколько с нее осталось? Килограмм, наверное, 10. Ну нет, не 10, ну 8, наверное, блин, были бы весы, я бы сейчас взвесил. Но вот этот полный пакет черный, вот этот BMW-шный, чуть ли не рвется. Тяжело вообще держать. Столько резины с этой срезал, с этих колес. Ребят, такая битва нартеков и белшина. В общем, стравили мы белшину, но она, насколько вообще, я понимаю, не резана. Уже не выходит отсюда даже. Все, воздуха, ребят, нету, смотрите. Белшина не травится. Ну, не травится почему? Потому что она тупо не резана. Жёстче. И нормально. Вот это вообще крайне экстремальное давление. Не перестану вам повторять. Это просто, я не знаю, дичь какая-то полнейшая. Где Максим? Пускай вот, проедется. Правда. Вот что значит резанная белка. Ну, вот это реальная вещь, ребята. Если у кого FBL или Нартеки, 500 они вроде, я насколько помню. Нет, это не 500, это 160-й. А, 160-й. Или 0,7. Ну, аналоги FBL. FBL, 160. Да. Вот и все. Так что обязательно режьте, ребята, обязательно. Даже не думайте. Смотри, тут еще рисунок, как у квадрата, как у квадрика. Да, да, да. Да, видели уже вроде все. Резно. Просто едет, вообще похрен, да? Ребят, белки, вот белки — это сейчас их стихия. Вот вам сравнение. Сильвера 35-е. Все, уже не едут. Белки топ, да? Все.
Сильвера хорошая резина, но все-таки белки где тащит.